65 тысяч тонн медно-золотого концентрата в год. На такие масштабы рассчитывают китайские предприниматели. Обогатительная фабрика по выпуску полиметаллических изделий и готовых концентратов заработает в следующем году. У зарубежных инвесторов это первый опыт сотрудничества с Казахстаном. В этой части Южно-Казахстанской области наиболее привлекательна для инвесторов. Здесь имеются все природно-климатические условия для ведения бизнеса. Поэтому мы обратили внимание на Южный Казахстан. Мы приступили к созданию проекта летом этого года. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Полиметалл» создано в июле 2016 года. Учредителями выступили Цай Дзюцзэнь и местный предприниматель Шарипхан Болат. Инвестиции поступят поэтапно. Первый этап – закупка необходимого оборудования, запуск производства и реализация проекта. В целом, выпускаемый продукт, смешанный медно-золотой концентрат, активно используется в сфере металлургии, производства золота и меди. Основной процесс обогатительного цеха – дробление. Мелкое дробление, фильтрация и прямой сбор хвостов в хвостохранилище. На производство будет создано 100 рабочих мест. 90% из них займут местные жители. Согласно меморандуму, заключенному между кентаускими властями, китайскими инвесторами и палатой предпринимателей, проект окупится в течение 3 лет.